Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие коллеги. Во-первых, знак признательности разрешите вручить наш букет от нашей семьи. Так, вот я несколько слов скажу. Так, мы пришли сюда в 2000 году, прошло уже более 10 лет. Как время идет быстро, да? И уже оглянувшись назад, хочется вот вспомнить, что мы достигли за эти годы. Помню первый день, когда мы с Екатериной сюда пришли, по приглашению Светланы Рафаиловны и Полины Ноевой. И работая в этой команде, мы познали очень полезно для себя. Работа со студентами очень интересна. Наши студенты участвовали во многих правительственных городских мероприятиях, во всех мероприятиях, культурных мероприятиях, культурного центра, можно так сказать. Так, участвовали, кроме этого, в международных, российских, республиканских конкурсах. И всегда наши студенты занимали только первые места. Это не хвастовство, товарищи, это факт. Так, интегентура. Я хочу сказать, что я не могу 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 с